Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня у нас изготовление вот такого необычного слайма. Это слайм черная мамба. Необычная, магнитная. В одном из видео я тестировала вот такой магнитный слайм. Сейчас мы сделаем этот слайм и сравним с готовым. Этот набор уже с готовыми ингредиентами. Я буду следовать инструкции для его изготовления. Соответственно, набор рекомендован для детей плюс 8. И желательно под присмотром взрослых. На коробке нарисовано, что внутри. На обратной стороне коробки инструкция. Василиса будет помогать. Итак, посмотрим, что внутри. Внутри все красиво упаковано. Давно не видела такой красоты. Итак, у нас есть стаканчик, палочка для смешивания, активатор. Клей для слайма. И вот такая инструкция. В первую очередь нужно надеть перчатки. Перчатки находятся в стаканчике. Перчатки. Скорее всего, это магнитный порошок. Нет, магнит вот. Его даже видно. А это, наверное, краситель. По инструкции я должна одеть перчатки. Ну, вы сами понимаете, что не мой вариант. Поэтому вы, дорогие зрители, обязательно пользуйтесь перчатками. Нужно взять клей, хорошо его перемешать, взболтать. И вылить. Клей прозрачный. Я почему-то думала, что он будет белым. Я плохо взболтала. Далее нужно добавить краситель. Краситель у меня черный, потому что у меня будет черная мамба. Теперь в клей высыпем черный краситель. Черный, потому что у меня будет черная мамба. Перемешаем.
Добавим магнитную крошку. Девочка. О, с этой стороны магнит приклеился. Они поменьше не могли магнит сделать. Тщательно перемешиваем. Осталось добавить активатор. Буду добавлять понемногу. Слайм начал густеть. Вот уже минут 10, как я это мешаю. Активатор я не весь вылила, еще немножко осталось. Мне кажется, уже достаточно. Если нет, то добавлю. Ну что, попробуем месить руками. Слайм получился воздушным, немного еще липнет. Может, добавить активатор? В данном случае надо было верить производителю и весь активатор добавить. Итак, у нас получился вот такой слайм. Черная мамба. Хорошо тянется. Немножко еще липнет, но это исправимо. Даже щелкает. В нем есть пузырьки. Самый главный вопрос. Магнитится ли он? Есть очень маленький магнит. Слайм его просто съел. Сделаем нашу мамбу. У меня есть вот такой магнит. И попробуем, будет ли он магнититься. Может быть, у меня магнит слабый. Или
мало магнитной крошки, но что-то я не вижу. Чудес нет. Слабый эффект. У меня есть еще один магнитик. Черная мамба меня прямо-таки разочаровала. Сам слайм хороший, но магнитных свойств я не наблюдаю. Сравним с магазинным магнитным слаймом. Хотя он тоже уже, по-моему, испортился. Ну, все равно магнитится хоть как-то. Я чувствую, что он магнитится. Ну, то есть здесь эффект есть. Просто он стал твердым. Здесь эффекта нет. Здесь же у нас черная мамба. Не хочет магнититься. Слайм такой воздушный. Он вообще не хочет. Если только это. На этом тестирование данного набора я завершаю. Мне кажется, сам слайм получился, ну, очень хорошим. Он мягкий, воздушный. Но металлической крошки или самого вот магнитика, магнитной крошки, все-таки очень мало. Поэтому эффекта я не наблюдаю по сравнению с готовым магазинным слаймом. Напишите мне в комментариях, был ли у вас такой набор, клеился ли к нему магнит, и что вы думаете по поводу данного слайма. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и приходите смотреть еще видео, которое выходит каждый понедельник и четверг. Пока-пока!